предыдущей серии мы показали прекрасный сценарий с распознаванием лиц. Мы выпустили нейронную сеть, распознавание фотографий, фейстрекер. А сейчас мы бы хотели представить вам два новых сценария с распознаванием лиц. Для многих это серьезная проблема. Вы знаете, на какие изыски идут бизнесмены? Карточки, штрих-коды, пины, чего только не бывает. Мы выпустили специальное приложение для Android. А вы знаете, что сейчас произошло? Мы попросили его улыбнуться для того, чтобы определить, живой он или нет. Это ведь хорошо звучит, когда можно начать рабочий день с улыбки. С распознаванием лиц у нас есть еще одна вишенка. Мы назвали ее FaceCard для 1С. Для малого бизнеса не существует сегодня нормальной системы. Да, они выдают карточки, но клиенты чаще всего их забывают и не пользуются ими. Сейчас вместо того, чтобы сканировать карточку по штрих-коду, Юра нажал FaceCard. Произошло распознавание и предоставлена скидка в 20%. И мы выпускаем тарифный план, и он включает FaceCard для 1С и распознавание для начала завершения рабочего дня без ограничений. Всего 1990 рублей в месяц для компаний малого среднего бизнеса.